銀行の金庫で見つけた核爆弾の数は一つだ。一つだけ。ああ、スペースは三つあった。夜空に光を見ただけで UFO を見たと言い張るのか。三つあったと確信できた。俺もエルビスは生きてると確信してる。コンサートのチケットは買わんがね。残りの核はどうなった。一つは近くにある。パリの件は知らんようだな。なんだって。聞こえただろ。あいつダメだったのか。誰が何だって。この男か。ロシアのスペツナズだ。ビンペル所属、デミトリ・ディマ・マヤコフスキー。あんなとこに偶然居合わせるような玉じゃない。お前の知り合いだ。ああ、何を知りたいのかはっきり。彼がパリにいた理由を知っているな。パリで何があったか教えてくれ。その後に答える。我々も知らんのだよ。パリの真相を知っている人物はただ一人、ディマだ。Дима, я надеюсь, что американцы сделают то, что не положено Нью-Йорку. Круг подтвердил правила игры? Да, самое главное — запретить ядерное оружие, чтобы это не стоило. Как с французской полицией? Если бомба взорвется, то будут обвинять Россию. Тогда миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских — ерунда по сравнению с этим. Соломон, долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет реванш. Ну, может быть, и псих, но ты что знаешь, чего он хочет в этой судьбе своей цели. Дима, ты помнишь, последний раз мы здесь были по Триумфальной арке, могилы неизвестного солдата, помнишь, что ты сказал? Что если бы были люди, люди осознали, кто здесь, и мы оказываем на мир. Да, сегодня несколько человек узнают о том, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Я себе это стараюсь подавить. Приблизимся к Евремлекс обмену. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Дима, зажигаем IP-блокиратор. Соломон не сможет активизировать ядерный чемоданчик с настроения, если мы будем в близости от него. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься. Помни, в ядерный чемодан не стрелять. Он может повредиться, распространить энергию. Все готовы? Давай, жми на газ. Давай. Пошли быстрее. На меня! Через автопарк. Вниз на уровень 5, потом вверх по лестнице. Бери.
て。Зачем заказывают совмещение? Кто знает, может, потерять для внимания сейчас это не важно. Нам главное найти ядерный чемодан. Хорошо. Через тот проход там должны быть ступеньки. Именно точку. Готово! Положение соблюдателей. Топор личку, сообщи расположение факела. Прием. Основной торговый этаж вон туда. Thank you.
Основной торговый этаж вон туда. Давай, Дима. Сигары сюдари! Серёж, он ускалживает! Романовой! Ё-моё, шевели! Быстрее, двигай! Хватит, понял? Виктор! Двигайся быстрее!
Отпустите их! Обезопасил это? Что за херня, блядь? Это же пустышка, не ядерное оружие, блядь! Топор лишь ему, где факел?